Итак, сегодня завтрак у нас яйца пашот. Вот эти яйца мы потом аккуратненько, я не могу просто одной рукой это сделать, разобьем в чашечку. Сейчас уже приготовилась вода, я ее посолила, немного уксуса 9%. Когда она закипит, мы туда отправим наши яйца. Вливать будем аккуратненько, вот так вот, чтобы оно не сильно колыхалось, чтобы остался желток внутри этого яйца, которое будет уже в чашке. В это время тосты уже наши в духовке поджариваются. Немного расползлось. Это может зависеть еще от яйца. Если яйцо не очень свежее, либо не очень хорошего качества, потому что яйца очень разные бывают. Это ничего, главное, внутри желток останется целым, не растечется. Вот как оно распенилось. Здесь видно, что одно яйцо я не порезала специально, чтобы вам показать. Оно выглядит вот так. Второе я уже порезала и немного поперчила на тосте. Получилось у меня два тоста, два яичка. Один тост, возможно, я угощу сына, хотя он уже позавтракал, но он любит такое дело. Чай, как всегда, зеленый с имбирем. Вот мой завтрак.